Друзья, всем привет! Приехали мы опять на охоту на кабана. Борька наш начал ходить, как по прошлому видео вы смотрели. Вот, ну, думаем, что Борька, потому что я камеру не ставил, убирал ее. И вот сейчас она неделю простояла. Проверим. Я даже с собой ноутбук взял, чтобы посмотреть сразу в поле, как там, что дела, потому что на экранчике не видно. Но в тот день я вам не все показал. Мы еще в тот день, короче, объехали болото с другой стороны. Здесь такие... Сушняк стоит, там кусты такое, ну, здесь более сухое место. Вот, и решили здесь еще прикормить. Короче, на этом месте мы высыпали 3 мешка зерна, накрыли его бревнами, бревна в сторону откинули. Короче, и 3 мешка практически полностью уже съедено. Так что кабанчик приходил, и я думаю, он за раз, ну, он не в силах столько сожрать. Он ходил сюда регулярно. Поэтому будем сейчас сидеть. Нас сегодня двое, я и Артем. Короче, вдвоем. Тема здесь сядет на самолазе. У него специальное такое есть. А я на старое место поеду. Я еще там не был, не знаю. Ходил, не ходил. Но будем в любом случае двумя точками ждать. Березку на эту, либо на эту сядет он. 66 метров. Ну, я считаю, нормально. Сейчас я зерно высыплю здесь. А, вот, видишь, порыто. Вот этого не было. Это вот, это свежак. Это вот прям свежий-свежий. Это ночью он, даже земля еще не высохла. Вот копыта, смотри, видишь? Вот-вот, хороший. Вот такой. 2-3 леток. Так что, думаю, сегодня будет хорошо. Сильно не шуми, не кури. Шапка есть? Шапка есть, все есть. Это средство. Кровь косули, медведя и кабана. Вообще, точно? Огонь. Запах понюх какой. Это все кабану. И ванили еще. Ванилина туда, тут я бухнул. Это он сладеньким пахнет. Я и в прошлый раз здесь тоже сока бутылку вылил. Он запах разносится, потому что кабан по запаху находит. А где он сладкого найдет в лесу? И интересная вещь, я говорю, вот так вот на неприкормленные, необжитые места самая такая лучшая вещь. Сейчас. А, вот он. Вот, все. Сверху вниз. Да, да, да. Тоже сделал. Ну это вот сейчас. Погоди. Поднять чуть-чуть. Вот это сейчас. Мало. Да, надо еще на одну, короче, просто вверх. Все. Ладно, тема продолжает мучиться, а я, наверное, тронулся на свое место. Ивана в поле сидят. Мы их в прошлый раз искали. А их тут вон сейчас штук 20, наверное, пролетело. Сейчас еще вот подымутся. Плохо видно на выкошенном, но вот они сидят. Вот они, красавцы, полетели. Так, ну у меня тоже ходил жираф. Что-то ловушка. Боком. Меня тоже все сожрали на старом месте, но не сильно, скажем так, много. Такое ощущение, что он был раза два, тут не больше. Вот, а фотоловушка, короче, не сработала, потому что ее ремешок ослабился и ветром ее в бок, в общем, отодвинуло. Поэтому ни одного ночного кадра нету. Но я думаю, что вороны, которые там прилетали, сороки не могли сожрать столько зерна. Просто вставляем. Приложение уже установлено. Наводим четкость. И у нас уже все видно. Вот как видно фотоаппарат. Просто все, все детали. Армитек, Доберман, Хантер Кита.
набор. Приклеил сюда уже из набора самоклейку такую. Короче, в наборе крепление магнитное. Можно на ствол. Мне на ресивер понравилось, удобно. Чехол, фонарь. Клипс содержалка на пояс, шнурок. Зарядка в комплекте. Блок питания, провод. Ну и самое главное, поскольку это тактический фонарь, дистанционное включение. Тоже вторая часть липучки. Нажимаем, светит. Все. Быстро установлено. Можно быстро снять. Вот так светит самый тусклый фонарь. Практически ничего не светит. Чуть-чуть. Второй режим. Вот второго режима уже, в принципе, достаточно. Уже все вижу. На дистанции 65 метров здесь все видно. Можно сделать уверенный выстрел. Третий режим. Ну, тут уже вообще... Все как днем. Четвертый, но это уже, я думаю, перебор, наверное, будет. На кормушке уже трое, блядь. Ага. Значит, какой-то средний и два мелкана. А, были побольше, были чуть поменьше. Три возраста было 100 пудов. Ну-ну-ну-ну. Потом подбегают еще два. Те их давай отгонять. Эти делают круг, короче. Угу. Я все заснимаю, уже начал камерой шевелить, потому что они все в кадр не попадают. Ага. Ну и слышу, что-то аж земля вот так, бум-бум-бум. Такая корова выползает, стала подо мной практически. И ты ее тоже заснял, видел? Я пришлось аж камеру наклонять, короче. А, ну не знаешь, попала, не попала. Она боком встала, хоботом поводила, давай рычать. Эти все сорвались, один туда побежал, а эти все сюда, короче. Пойдем посмотрим, если они поели, что они там успели поесть. Да ничего практически, там съемок минута 20 получилось. Ага.